Я думала, у мамы все будет хорошо. Будет счастлива. Я знаю, я могла бы сделать больше. Но ты должен решить, ты хочешь стать кем-то или нет. У меня все было очень хорошо. Просто был неудачный месяц. Завтра собеседование, так бы я... Ты меня знаешь. Я всегда выкручиваюсь. Джейди, не смотри на это. Не смотри. Смотри на меня. Понял меня? Ты каждый раз ее покрываешь. Я сказала, что исправлюсь. Ты всегда так говоришь, ты врешь. Я всегда пытаюсь. Ты должна думать о детях. О чем, по-твоему, я думаю с 18 лет, а? А то я не знаю, как это жить и не думать о детях. Ты серьезно? Умереть хочешь или тебе лень попробовать? Да я пробовала. Много раз. У тебя всегда есть причина. Всегда виноват кто-то другой. Ты должна взять на себя ответственность. Иначе кому-то придется смешаться. Кому? Скажи, кому? Тебе? Hasta la vista, baby. Сколько раз ты его смотрела? О, раз 100. Люди в мире делятся на 3 типа. Плохие терминаторы, нейтральные терминаторы и хорошие. Ты хороший терминатор. Так было не всегда. Пришлось учиться. Ты тоже сможешь. Я тебя люблю. Я обещаю, что буду стараться. У тебя есть право на свою жизнь. Только не делай нас поводом не ехать. Семья — это единственное, что важно в жизни. Ты поймешь.